Ну что, результаты конкурса. Победил Арсен Кадзоев. Поздравим счастливчика. А конкурсы продолжаются. Чтобы участвовать, всего-то подпишись на мой канал, жмякни колокольчик и лапку вверх. Поделись этим видео в соцсетях и оставь комментарий. Дело двух минут. И будет шанс выиграть приз в 600 алмазов. С победителем я свяжусь напрямую в комментариях. Мур, привет, друг. Это Зверько. Я в строю и готов продолжить знакомить тебя с обновами. И есть идея насчет развития гайдов, но это потом. А пока обновление 1.5.04. Сегодня полноценно вышел в продажу Халид. Гайд уже готов, но есть нюанс. Мне пришлось вырезать музыку, которую впилили авторские, поэтому на вторую часть ролика можешь врубить свой музончик. И еще, там конкурс на скин в 750 алмазов, однако он будет завершен ночью 9 августа, после чего будет опубликована исправленная версия гайда. А? Как вам? Гений? Гений я! 10 августа в очередной раз обещают выпустить облик на Ханза. Ну там авторские на Гуля, пандемия, странные китайские законы. В общем, скин будет стоить 749 алмазов с традиционной скидкой в первую неделю. 30%. И традиционное время традиционного спонсора. В этом месяце все футбольные топ-лиги возвращаются. РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и выбирай крутые матчи. Для новичков есть крутая акция со страховкой ставки до $10, а также бонус на первый депозит по моему промокоду до $100. Погнали по изменениям героев. Броуди исправили модельку. Мне очень понравилось замечание разработчиков. Мы обнаружили, что Броуди слаб, особенно в средней и поздней игре. Ой, да ладно, с такой-то анимацией атаки, заметили. Ну ладно. Атрибуты. Базовая физическая защита повышена с 14 до 20. Прирост атаки с 7 до 10. Ух ты. Первый навык. Физический бонус был 60%, будет 100%. И кстати, как заметил один подписчик в обновлении 1.5.02, перезарядка не 4 секунды, а 3,5. Посмотрим, какая перезарядка будет при выходе. Второй навык. Перезарядка была 10.8, будет 8.6. Ульта. Базовый первый урон повышен был 300-480, будет 400-640. Физический бонус для первого урона был 80%, будет 100%. До обновления 1.5.02 на нем было физически больно играть. Низкий урон в минуту и низкая подвижность делают медленный фарм, а самого Броуди легкой мишенью. Надо будет попробовать несколько боев на этой неделе. Расскажу впечатление. Потом. Если захочешь. Бардс. Разработчики заметили, что после изменения ульты игрокам стало сложнее набивать стаки. Поэтому они решили апнуть урон. Но до этого в обновлении 1.5.02 срезали вампиризм с первого навыка со 100% до 30%. Кстати, зря. Танк-вампир хоть какое-то разнообразие в билдах. Пассивки накинули 20% бонуса физ атаки, теперь 120% бонуса. Первый навык усилили эффект замедления с 15% до 30%. Ульта. Оптимизировали интервал каста, урон теперь массовый, оглушение массовое. И вот эта ульта мне нравится гораздо больше. Кстати, я заметил ослабление отталкивания вторым навыком, но это справедливо при изменении ульты вот в эту пушку. Мне сейчас Бардс как танк очень нравится. Столь ожидаемая Бенедетта. Первый навык. Уменьшили перезарядку. Было 7,5-6 секунд, будет 6,5-5 секунд. Кстати, мне тут пришла катана. Наверное, ты ее увидишь в гайде. Реворкнутая Мия. Атрибуты. Прирост атаки уменьшили с 12 до 10,5. Второй навык. Перезарядку уменьшили с 10 до 8 секунд.
и цену в мане уменьшили. Было 100-150, будет 80-130. Мия получит чуть меньше атаки, но больше контроля. Реворкнутый сайбер. Первый навык. Базовый урон меча серьезно подняли. Было 160-210, будет 208-273. Второй навык. Увеличили бонус к заряженной атаке со 100% до 120%. Хороший ап. Реворкнутая Лейла. Примечание разрабов. Лейлу не используют в высоких рангах, поэтому мы решили усилить ей пассивный навык, чтобы приносило больше профита. Атрибуты прироста атаки уменьшили с 10,5 до 9. А в пассивке накинули 10% расстояния выстрела. Итого, было максимально 130%, будет 140%. Ох, бабаха, пиши в комментариях, ждешь ли ты Лейлу на хай ранге. Алиса. Отменили последние изменения, связанные с кровью, не парься их искать. Руби. Словила нерф вампиризма в пассивке. Было 125% от предметов, будет 115%. Наталья. Отдельная сказка. Сокращаю объяснительный бред по типу «Мы хотели сделать лучшее, но отходники не давали, и у нас получилось Наталья не очень. Поэтому мы накинем урона в пассивку». Атрибуты. Прирост ХП с уровнем. Был 134, будет 147. Пассивка. Урон заряженной атаки был 270 плюс 80% физбонуса, а будет 400 плюс 120% физбонуса. А? Чувствуете скрепы? Замедляющий эффект увеличен с 30% до 60%. Критический урон уменьшен с 200% до 140%. И убрали молчанку, а не менее, которое она накладывает. Знаешь, что увидит раздел реворка, когда я узнаю их адрес? Какой смысл насиловать цифры урона, когда уничтожили уникальность убийцы из невидимости? Я бы наоборот сделал Наталью подвижнее, оставил накладывание статусов и нормальную невидимость. Вот только добавил сильную прозрачность, когда она рядом, чтобы у игрока, противника, был шанс ее заметить, а возможность ваншота оставить для другого убийцы. Ну, это мое видение героя. А вот лапу-лапу все еще готовят к реворку. Изменили расчет голды. Теперь, когда ты убиваешь игрока, превосходящего по убийствам, получаешь бонус к голде. А на этом все. Не забудь подписаться и поделиться видео. Удачи, друг!